Почти миллион человек остались без света в Канаде из-за ледяного дождя. Как отмечается, больше всего пострадали провинции Квебек и Онтарио. Из-за непогоды были отменены почти все рейсы в местных аэропортах. Не работает легкое метро. Льдом покрылись ветки деревьев, провода и машины. В некоторых районах замерзли окна и двери, жители оказались заблокированы в своих домах. Во время непогоды порывы ветра достигали 17 метров в секунду. В ряде школ отменены занятия. Есть и пострадавшие. Так, на одного прохожего упала тяжелая обледеневшая ветка. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Людям рекомендуют сейчас оставаться дома. А коммунальщики тем временем пытаются восстановить электроснабжение.